средством защитить себя и окружающих от этой болезни является вакциной. Акция «Добрая суббота» стартовала в сообществе всероссийского конкурса «Большая перемена» в социальной сети ВКонтакте. Она посвящена Дню памяти и скорби. В преддверии 80-летия с начала Великой Отечественной войны школьники посещают мемориалы, благоустраивают их и возлагают цветы. А фото и видео, сделанные во время акции, публикуют в интернете. «Большая перемена» – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он объединяет учеников с 5 по 10 классы, а также студентов колледжей. И на этом пока все. А я еще раз напомню, позаботьтесь о своем здоровье и здоровье окружающих. Сделайте прививку от коронавируса. Берегите себя.